Привет, мои любимые. Не получалось у меня в позапрошлом или в прошлом видео вам прочитать стихи свои, потому что у Юльки не было интернета. Сейчас интернет оплачен, и можно вам читать, как и обещала. Так, мой стих. Хочу, чтоб прочитала и улыбнулась, и засияла, чтоб любовью вся, и от любви моей проснулась, и вспомнила, что ты то тоже я. Ты изумруды звезд, алмазы мироздания, к тебе вовек летит моя душа. Ты вечные мгновения знания, и я к тебе иду все жизни не спеша. Ты зори и закаты планеты этой. Ты все цветы, рожденные на ней, ты все вопросы и ответы. Иди ко мне, любимая, скорей. Вот такую поставила картиночку. Это крайний мой стих, а это предыдущий. Вопрос задай, зачем пришел сюда? И я отвечу, ты сама любовь. Нет ада вне тебя, и нет суда. Ты бесконечен вновь и вновь. Ты все рассветы и закаты на земле. И вне земли ты тоже есть. Ты все во всем, всегда, везде. Ты света во вселенной весть. Здрасте. Ты все... Ну, здрасте. Простите, мои любимые, секундочку.